Все, сейчас идем к машине и поедем домой. За 2 часа, наверное, даже за час собрали 5 ведерок полных. Вот такой красивый ведерко. Грибок. Лес здесь тоже красивый. А вот здесь я немного работал на тракторе. Я здесь землю дисковал. Тут рядом школа вторая, в которой я учился. Там бассейн есть и спортзал большой.